Три внутренних и два международных рейса из Одессы. Украинская авиакомпания SkyUp восстанавливает прямые перелеты в Харьков, Львов и Запорожье. А для перемещений по миру воздушные ворота, а после затяжного перерыва откроются в Ереван и Тбилиси. Внутренние рейсы стартуют с 27-29 мая и обойдутся путешественников от 605 до 612 гривен. Полеты в Армению и Грузию будут осуществляться с 28 и 30 апреля соответственно. Улететь в Ереван можно по 2340 гривен, а в Тбилиси цена билета стартует от 1893 гривен. Также с 26 февраля вылетающим из Одессы станет доступен рейс в Стамбул. С начала марта рейсы в Турцию будут отправляться по понедельникам и пятницам.